Работа котельной, оставившей без тепла аэропорты 9 жилых домов в Ленске, восстановлена. Сбой в работе случился из-за отсутствия нефтяного топлива. Подрядная организация не выполнила свои обязательства, не доставив его вовремя. По плану нефтяное топливо должно было поступить еще в конце прошлой недели. Сразу же после остановки котельной представители администрации, прокуратуры, службы МЧС и руководства аэропорта провели осмотр котельной, после чего было принято решение запустить ее с помощью авиационного топлива. В ближайшие часы подрядная организация обязалась доставить необходимое горючее. В ходе остановки котельной критической ситуации не возникло. Сейчас ситуация такова. С ЛПТС мы отработали, они пошли навстречу, за что им огромное спасибо. То есть мы возьмем у них нефтяное топливо. Котельная дальше будет спокойно продолжать работать. И подрядная организация, которая обещала привезти вовремя все топливо на котельную в аэропорт, сегодня в ночь машина должна к нам сюда прийти. То есть как таковой критической ситуации нет. Буквально несколько часов произошла остановка котельной.